По данным отдела МВД России по Славянскому району, в минувшее воскресенье в дежурную часть УВД поступил звонок от неизвестного о том, что в здании кинотеатра «Кубань» якобы заложена бомба. На тревожное сообщение отреагировали незамедлительно. К зданию кинотеатра прибыли наряды полиции, представители МЧС, кинологи, скорая помощь. В итоге выяснилось, что вызов был ложным. Молодой человек, позвонивший в полицию, находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время все обстоятельства этого инцидента выясняются. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и компенсации молодым человеком причиненного ущерба. В последнее время появились совершенно новые наркотические вещества синтетического происхождения – спайсы, курительные смеси или курительные миксы. Беда пришла и в Славянский район. Тему продолжат мои коллеги. В районной администрации состоялось внеочередное заседание антинаркотической комиссии Славянского района. Оно прошло в расширенном составе. Кроме членов комиссии, на нее были приглашены руководители учебных учреждений района и их заместители по воспитательной работе. Тема заседания как никогда актуальна на сегодняшний день. Защитить молодежь от опасности, которую представляет собой новая волна наркотических и токсических средств. На заседании антинаркотической комиссии Краснодарского края от 8 октября текущего года было отмечено, что распространение подобных наркотиков происходит на территории всего края. И сведения об этом, подтверждающие распространение наркотиков, имеются. В августе и сентябре текущего года Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков установлены факты распространения в России новых психоактивных веществ. А это спайсы, курительные смеси или курительные миксы. Все они вызывают сильнейшую наркотическую зависимость, а потом смерть. В результате употребления этого страшного зелья погибли 25 человек. Более 700 отравились. Не обошла эта страшная беда и Кубань. 133 случая отравления, 7 со смертельным исходом. Как правило, гибнут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Ну и следующая тенденция, такая нехорошая, которая проявилась у нас на территории района, и одно из направлений – это использование пропано-бутановой смеси, использованной для газ, для зажигалок. Эти случаи потрясли весь район. В конце сентября два подростка погибли, вдохнув газ из баллончика для заправки газовых печей. Волна собраний прокатилась у нас вновь по школам и в школе, как на высоком уже уровне они были подготовлены. Разработали мы такую вот нетрадиционную тоже акцию «Защити себя, своих друзей», которая проходила в форме там забора гласности, кто-то делал акция «Я люблю жизнь», письмо другу писали дети у нас. Она проходила во всех абсолютно образовательных учреждениях, хорошо, качественно, наверное, тоже свои результаты принесла. Кроме того, была проведена комплексная проверка организации работы по профилактике наркомании и токсикомании в образовательных учреждениях. Пересмотрена система по воспитательной работе. Важно не просто говорить о пагубности этих социальных явлений, но и с помощью специалистов и видеофильмов наглядно показывать страшные последствия губительной забавы. «Сохрани жизнь себе и убереги друга от беды» – под таким названием во всех школах района прошла акция, призванная обратить внимание детей и взрослых на проблему токсикомании в молодежной среде. Старшеклассники писали сочинение на тему «Что бы я сказал своему другу». Таким письмом-пожеланием ребята обращались к своим сверстникам, подверженным пагубным привычкам. «Люди пускают свои уста врага, который похищает их мозг», – сказал Шекспир. Я согласен с этим высказыванием и считаю, что алкоголь и наркотики, несомненно, наносят человеку огромный вред, как физический, так и душевный. И эта проблема актуальна сейчас, так как среди молодых людей становится модно употреблять спиртное или наркотики. В моем кругу нет людей, страдающих наркотической зависимостью. Однако я знаю много случаев, когда люди ломают свои жизни безвозвратно, отдавшись наркотикам. Но бывает и хуже. В поселке около моего города двое ребят скончались от отравления газом. Неужели несколько минут эйфории и наслаждения могут так дорого стоить? И все это для того, чтобы донести своим сверстникам, как прекрасна и многогранна жизнь, если в ней нет места наркотикам. Наркотики – это яд замедленного действия. Поддавшись однажды на уговоры попробовать этот дурман, человек подписывает себе смертный приговор. Единственное спасение от гибели – сказать наркотикам «нет», выбрав активную творческую жизнь.
Этой проблемой нужно серьезно заниматься не только власти и полиции, резюмировал первый заместитель главы района Сергей Поздняков. Это общая беда и общая боль, вокруг которой должны все объединиться. И важно не только постоянно пропагандировать здоровый образ жизни и создавать условия для занятия спортом, для самореализации молодежи, но и бить во все колокола о пагубности наркомании и токсикомании. Все это обязательные условия для того, чтобы нынешнее поколение было здоровым. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».